Chery представила обновленный кроссовер Tiggo 7 Plus 2025 года, который получит не только свежий дизайн, но и ряд новых опций по сравнению с актуальной версией, которая продается с 2022 года в Китае. Самым важным техническим нововведением стала восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, которая обещает улучшить динамику и комфорт вождения. Этот компактный и стильный кроссовер поступит на местный рынок до конца года по весьма привлекательной стартовой цене от 14 тысяч долларов. У обновленной модели заметно преобразилась решетка радиатора. Она стала шире и получила новый, более выразительный рисунок, перекликаясь со старшей моделью Tiggo 8L. По бокам ее подчеркивают стильные двухцветные декоративные панели с интересным дизайном. Боковой профиль сразу выдает семерку, его легко узнать по характерным линиям. А вот сзади появились яркие обновления. Новые фонари, объединенные в единый блок с красивым и сложным диодным узором. Логотип Chery теперь разместился выше и выполнен в обновленном фирменном шрифте. Бампер искусно скрывает выхлопные трубы, спрятанные под ним. Размеры кузова Chery Tiggo 7 Plus остаются неизменными для компактного кроссовера. 4530 мм в длину, 1862 мм в ширину и 1695 мм в высоту. Колесная база также сохраняет прежние 2670 мм, что соответствует характеристикам текущей версии – колесные диски на 18 дюймов. Клиренс нового автомобиля пока не уточнен, но, скорее всего, он сохранится на уровне предыдущей версии – 196 мм. Снаряженная масса модели составит 1497 кг, а максимальная полная масса при полной загрузке – 1894 кг. Надпись 290T на крышке багажника этой новинки сразу привлекает внимание и подчеркивает мощный потенциал, скрытый под капотом. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбомотором с непосредственным впрыском топлива. Этот двигатель развивает 197 лошадиных сил и обеспечивает крутящий момент 290 ньютон-метра. По данным китайских источников, кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами трансмиссий. Первое – это уже знакомая семиступенчатая коробка с двойным сцеплением, которая использовалась в предыдущей версии модели. Но самое интересное – новая восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия от Chery, которая обещает сделать управление еще более плавным и отзывчивым. Для любителей полноприводных версий есть небольшая грустная новость. Этот кроссовер выйдет только с передним приводом. Но не стоит расстраиваться. Он создан для городских улиц и станет потенциальным владельцем идеальным компаньоном в экономичных поездках по мегаполису, где маневренность и эффективность выходят на первый план. Разгон до 100 км в час составляет всего 8 секунд. Средний расход топлива от 7,5 до 8 литров на 100 км, что является хорошим показателем для такого относительно мощного и производительного автомобиля. Подвеска останется знакомой по предыдущей версии. Спереди нас ждет надежный MacPherson, а сзади – многорычажная система. Заглядывая в салон нового Tiggo 7 Plus 2025 года, сразу бросается в глаза, что общий дизайн остался верен традициям, но получил несколько приятных обновлений. Контрастное черно-красное оформление, знакомое по предыдущей модели, по-прежнему радует глаз и создает стильную атмосферу. Кожаное рулевое колесо с плоским низом выглядит не только стильно, но и удобно. Многофункциональные кнопки, расположенные с обеих сторон, интуитивно понятны в использовании, что делает управление автомобилем еще более комфортным. Однако стоит отметить, что глянцевая отделка, хоть и привлекает внимание, может собирать отпечатки пальцев, что может немного портить общее впечатление. Центральная консоль оснащена единым блоком из двух 12 и 3-дюймовых экрана. Обновления 2025 года включают новый чип Qualcomm Snapdragon 8155 и систему Lion 5.0 с усовершенствованным голосовым управлением, позволяющим управлять мультимедийными функциями и другими параметрами автомобиля с помощью голоса. Разделительный тоннель имеет небольшой селектор коробки передач из прозрачного пластика с изображением головы тигра, добавляющий уникальности интерьеру.
Что касается хранения вещей, Tiggo 7 Plus не разочарует. В переднем и заднем рядах достаточно места для мелочей. В переднем ряду автомобиля предусмотрены разъемы обоих типов USB, что обеспечивает удобное подключение различных устройств. Кроме того, центральный подлокотник обладает функцией охлаждения при включении кондиционера. Одним из значительных преимуществ нового кроссовера является его превосходное качество для компактного кроссовера в своем ценовом сегменте. Двухслойные звукоизоляционные стекла и мягкие материалы на дверных панелях создают атмосферу уюта и комфорта. Кроме того, комфорт сидений значительно улучшен. В переднем ряду установлены спортивные сиденья с плотным наполнением. А мягкий кожзам и аккуратные переплетенные швы придают салону завершенный и премиальный вид. Новый автомобиль порадует множеством современных технологий и удобств. Среди них – панорамное изображение с обзором на 540 градусов. То есть водитель может видеть не только все вокруг автомобиля, но и под ним. Также предусмотрен двухзонный климат-контроль и электрическая задняя дверь для легкого доступа в багажное отделение. Кроме того, автомобиль оснащен интеллектуальной системой помощи при вождении второго уровня, которая обеспечит дополнительную безопасность и удобство на дороге. К концу этого года рынок Китая пополнится новым кроссовером от Chery, который обещает стать настоящей сенсацией. Стартовая цена составит всего 14 тысяч долларов, что делает его отличным вариантом для тех, кто ищет сочетание стиля, комфорта и доступности. Но это еще не все. Новый автомобиль также будет экспортироваться на международные рынки, что открывает новые горизонты для поклонников бренда. Этот год стал знаковым для бренда, когда автомобили все больше и больше переходят на электрическую энергию, и трансформация вступила в полную силу. С комплексной линейкой продуктов рост продаж в сентябре увеличился на 39,9%, что даже превышает темпы роста BYD. И хотя электромобили находятся в центре внимания, нельзя забывать и о обширной и разнообразной линейке автомобилей на традиционном топливе, которая по-прежнему остается важной частью предложения. Обновленный кроссовер Chery Tiggo 7 Plus – это не просто автомобиль, а настоящий символ приверженности к традиционным топливным решениям. Но не забывайте, что высокие продажи – это только начало пути к успеху. Современный рынок требует от китайского автопрома большего – безупречного качества сборки и надежности, на которую можно положиться в любой ситуации. За каждым достигнутым результатом стоят не только впечатляющие цифры, но и доверие клиентов. Именно это доверие необходимо завоевывать каждый день, превращая каждый тест-драйв в уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что посмотрели наше видео. Нам очень интересно, что вы думаете, поэтому не стесняйтесь оставлять свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новинок и новых видео. Ваши лайки и подписки вдохновляют нас на создание еще более интересного контента. Оставайтесь с нами и давайте вместе следить за всеми автомобильными новинками. Удачи вам на дорогах!